Всем привет, Костов. Здесь мы с вами продолжаем проходить Black Mesa. И возможно, что сейчас мы наконец-таки выберемся с этого завода, в котором мы в прошлой серии встретили кучу нескольких рабов среди вартигонтов. Так. Отлично. Так, теперь сюда. И плюс еще, оказывается, я узнал, что... Сейчас скажу, что я узнал. Что, оказывается, до финала осталось совсем уж немного. То есть, через две серии где-то, к 14 серии, мы уже, наконец, полностью закончим весь сам этот... Всю Black Mesa разом. Так. Чё? Это сейчас что было? Я как-то спрыгнул с этой, что ли? С платформы? Окей. Я, честно говоря, даже не понял, как это произошло. Правда? Там появилась внезапно, короче, вот эта вот лазерная шняга и все. Кого я вижу? Ни хрена себе. Опа, 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 опа. Мы выныриваем, 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 выныриваем. Срочно выныриваем. Спокойно. Где моя нить, ядерная шняга? Вон они. Блин, я их не вижу. Фак, я их не вижу. Минус одна. Давай, 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 мочи, 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 мочи. Да ладно, это не работает в воде, что ли? Ну, под водой, я имею в виду. Ну-ка. Где? Убил. Бой. Отлично. Это, конечно, можно было и не убивать, но тем не менее. Воу. А, ясно. Опять отплюется. Опять этот слюнявчик и еще один. Так, портал. Так, мы оказались на уровень выше. С вот этими вот шнягами. Поехали. Опять по контейнерам. По контейнерным лентам. Ездим. Как в одном из уровней. Ну, честно, я правда не понял, как я попал туда. Правда. Возможно, меня как-то вытолкнуло или что. Так, ты хороший? Ты раб. Да, ты раб. Ты хороший. Тебя пока никто не захватывает, и это радует. Так. Ну, в общем, в целом, я как-то выбрался. Видимо, меня как-то оттолкнуло, возможно. Вытолкнуло меня даже, я бы сказал. Меня что-то вытолкнуло, но что именно, пока я не могу разобраться, но тем не менее. Так. Отлично. Так, а, собственно, что здесь у нас? Мне надо попасть вон туда? Думаю, да. Подожди. Ну, естественно, я туда не попадаю. Так, получается, мне надо, что ли, открыть эти... Шлюзы, что ли, подводные? Скорее всего, да. Возможно, мне надо открыть подводные шлюзы. Скорее всего, так оно и есть. Потому что тут другого варианта я, если честно, не вижу. Мне надо, короче, как-то попасть наверх, вот на эту, видимо, конвейерную ленту. Но как именно туда попасть, пока мне особо не дано понять. Сейчас узнаем. Я вижу вот этот вот путь. Так, а чё? Нет, отсюда мы пришли. Отсюда мы пришли. Отсюда меня что-то вытолкнуло. Хотя, возможно, я просто как-то смог это. То вытолкнуло, выбросило, неважно. Одно могу точно сказать. Меня что-то вытолкнуло. Так, спокойно. Так, может, надо вот сюда пойти?
А зачем? Ой-ой-ой, все, зашибись. Так. А, ну это мы вернулись обратно. Окей, подожди. Так, я, значит, оттуда не долетаю. Либо долетаю, но надо было как-нибудь по-другому это сделать. Хотя, может, смей. О, долетел. Отлично, я долетел, окей. Так, там находится щит, подожди. От этого щита идет платформа еще. Ну-ка. Может быть, здесь что-нибудь найдем. Так, здесь еще один работничек. Окей. Скорее всего, тот портал, который сейчас был, он, наверное, возвращает меня обратно вниз. Поэтому я, наверное, специально не пойду туда. Хотя, может быть, он меня куда-нибудь еще перемещает. Так, а что? Посмотрим. Так. Опять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо встать на ящик. Надо встать на ящик. Все, понял. Снова отходим. Вниз. Так, надеюсь, мою башку не заденет. Так, сейчас будем прыгать. Я не знаю, стоит ли прыгать на месте или стоит прыгать на сам ящик. Да, надо было прыгать на сам ящик. Так, вижу. Давай. И. Найс. Красиво. Короче, один момент был супер необъясним для меня. Но я более чем уверен, что, наверное, так и должно было быть. Так, подожди. Пока я не буду использовать. Давай сначала посмотрим, что куда ведет вот эта лента. Ага. Удобно так сделано, что везде есть обходные пути. Ой, не везде. Не везде. Но в каких-то местах они есть. Меня это радует. Так. Отлично. Отлично, так и отлично инфраструктура устроена в этом конкретном месте. Так, ну здесь я. Хотя, подожди. Залезь. Залезь. Ну блин. Так, значит, здесь у нас решетка. А здесь у нас еще одно испытание. Ладно, встаем на ящик. А, ну или... Ага. Подожди! Блин, я знаю. Я понял. Я, кажется, понял. Опля. Хорош. Да? А наверх? Подпустишь? Так, подожди. Ага, секунду. О, как хорошо. Так, а куда? Вижу. О, тихо. Нифига. Прикольно. Так, сейчас самое главное мне не звездануться, а потолок. Все, окей, хорошо. Пипец. Ну, это прикольно выглядит, правда. Выглядит очень даже прикольно. Так. Опа. Так, а там лазеры. Вот, я вижу. Да блин, вылези. Ага, господи. Нет, пока портал не надо. Я более чем уверен, это портал обратно вниз. Мне не надо. Пока портала пользоваться не буду. Я более чем уверен, это обманочка такая. Ну или типа того. Так, здесь походу вниз. Или нет? Ну-ка, жи. Нет! Фак! Тихо. Блин. Зашибись. Я вернулся обратно к этим рыбам. Ё-моё. Так. Ну, я надеюсь, сейчас меня вернут обратно. Скорее всего, эти лазеры появились чисто для того, чтобы мне помогать. Вылези, а? Чисто для того, чтобы мне помогать. Смотри. Да, я так и думал. Это на случай, если вдруг упадешь, то специально будет вот такая вот страховочная шняга. Это меня радует. Так, а что, вниз, получается, здесь надо идти?
Я-то думал, я мог проскочить через вот эту шнягу и попасть на другую сторону, а смысл? Ну сейчас да, посмотрим. Давай сейчас спустимся специально вниз. Посмотрим, что здесь. А, ну да. Ух ты. Капец. Капец. Тихо. Найс. Поехали. Так. О! Это то, что мне нужно. Потому что я очень так неудачно упал в какой-то момент, поэтому это мне вот специально нужно. Так, а вот дальше я пока... Ага, вижу. Открывайся. Спасибо. Так, значит, здесь... Нет, так не работает. А куда мне надо тогда? Ага, вижу. Вижу, пиво. Подожди. Так, а куда теперь? Не понял. Кажется, я немного ушел не туда. Подожди, может мне надо вот здесь встать? Так, по-моему, кажется, да. Кажется, да. Ну-ка. Точно. Ой. Красиво. Ой, красиво. Так, опять вставать на коробку, давай. Только она еще окружена какой-то вот этой пленкой. И допустим. А куда? Вижу. Как говорится, поспешишь. А, ну ладно. Людей насмешишь. Поспешишь, людей насмешишь. Сука. Успел. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Я зазря поспешил, все. Получил то, что заслужил. Давай. Короче, как только появляются лазеры, лучше не выходить, не вылазить. Дождемся самого лучшего момента, для того, чтобы можно было вылазить. Все, теперь просто ждем. Так, сейчас теперь он должен в другую сторону ехать. Окей. Так, снова открываются двери. Так, здесь опять лазеры. Но можно, в принципе, вот сюда встать. Нет. Куда? Что это такое? What the fuck is this? Допустим. Что-то мне дает. Ага. Окей. Так, сейчас она будет опускаться вниз, да? Опа. Вот это сейчас будет опускаться вниз. Да, ямба. Спасибо. Так, эти не будут подниматься потом вверх. Будут. Все окей. Так. Короче, такое вот производство, ребят. Рубрика «Как это работает», блин. А это что? Зашибись, и это производство сейчас будет происходить с самого начала. Зашибись. Но мы хотя бы знаем, что происходит. Но мы хотя бы знаем, что будет происходить. Так, окей. Это движется медленно. Все, значит, мы встаем сюда. Так. Разъединяйтесь. Спасибо. Так, теперь сейчас должны появиться лазеры. Окей. Лазеры. Так, должны появиться выдвижные платформы. Все, одна, встаем. И ждем. Так, они, надеюсь, не поворачиваются, эти штуки. Нет, не поворачиваются, ладно, окей. Все, окей, теперь сейчас ждем, когда появится внизу платформа. Потому что это иначе меня раздавит шняга. Где? Отлично. Так. Ох ты, ёпень. Ай-яй-яй. А куда? А куда? А?
Надо было просто бежать. Надо было просто бежать. В итоге я лишний раз защиту повредил. Ну ничего страшного в этом нет. Так, окей, мы опускаемся. Доедем. Так, подожди. Так, мы вот здесь вылазим. Вижу даже. Успел. Даже загрузочный экран в этот момент появился. Да уж, ребят, вот такое вот у них производство нынче. Тут даже самое интересное, анда, вообще-то они есть, но они появляются редко. Я имею в виду аптечки для щита и для моего здоровья. Для моей брони, хотел сказать. Так, ладно, идем. Идем дальше по этому производству вертиконтов. Идем к нашему главному врагу через завод, офигеть. Так, эти появились, придурки. Которые умеют контролировать этих мультиконтов. Не знаю, из предыдущей серии. Уйди. Так, где? Воу-в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 оу
Спана. Фак. Где? Я их не вижу. Я их потерял. Щет. Ну ладно, потратим. Спасибо. Набрась. Так, окей, тихо, спокойно. Давай. Где еще один? Тихо. Воу! Вот это я сейчас перелетел нормально. Тихо, тихо. Спокойно. Спокойно, 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 спокойно. Спокойно. Все, мы сейчас можем просто от них убежать. Вот это еще конкретно сейчас перелетел нормально. Почти что спидран, кстати. От одного, правда, пришлось сбежать, но да ладно. Они сдыхают, окей, ладно. От одного, правда, пришлось сбежать, но оно того стоило. Ну, залази. Или что, это стекло? Это не стекло. О, здесь надо запрыгнуть. Ай! Ай-яй-яй! Тихо. Ай-яй-яй! А как здесь? А. Он бежит. Бежит, 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 бежит. А почему? Ама. Во! Дай мне силы, дай мне силы. Где? Блин, тихо. Разь, блин. Во. Спокойно. Самое главное, не свалиться мне. Ай, блин, свалился. Жестко, честно, ребят. Это жестко. Да фак. На. Так, на ингенератора пушки пока еще нет. А эти они бесполезны. Где пушка моя? Вот. Отсюда, тихо. Так, сейчас надо назад уйти, вот сюда встать и начать стрелять. Потому что прямо на контейнерной ленте бесполезно. Отлично. Так, одного убил, второго нет. Сейчас убьем. Все, нет? Или еще где-то есть? Да блин! Нет, еще. Два. Блин! Все, по-моему, я всех убил. Так, стоп. Нет, подожди. Нет, не всех убил. А здесь где-то есть еще один, значит, не всех убил.
стазисом. А, не прицелить меня, все. Нет, не все. Как будто спавнится на этом уровне. Вот они появляются из воздуха. Каждый раз, когда я прохожу новый участок этого уровня. Но благо, спасибо за вот эти вот батареи, за эти кристаллы батареи, которые мне дают этот заряд для моей аннигиляторовой пушки. Жесть. Но музыка, кстати, хорошая. Мне нравится музыка. Мне нравится местная музыка. И мы сбежали. Что радует. Немного. Опа. Так, это мне надо туда. Я более чем уверен, это мне надо туда. Чтобы выбраться полностью из этого завода. Кстати, самое интересное, после этого больше никаких боеприпасов не было. Вообще никаких. Так. Надо вон назад идти. Не перелетай. Не перелетай. Опа, а куда? Вот это я удачно запрыгнул. Хотя можно было, наверное, запрыгнуть еще. Учитывая, что там, возможно, была какая-то секретка, пасхалка или типа того. Наверняка. Не исключено. Прям вот не исключено, не исключено. Ух ты. Чувак, подвинешься, нет? Давай с тобой помолимся. Ты же освобождаешь, окей. Мне просто это было нужно. Не сочти за грубость, но это было нужно. Опустишься? Опустишься? Блин, это он быстро опускается, надо быстро. А мне надо на вторую штуку попасть как-то. Спасибо. Ух ты. Нет! Фак. Тихо-тихо. Блин. Ай. Ну, сейчас. Куда? Ага. Все, спасибо. Благодарю. Опля. Так, вижу. Вижу, куда надо идти. Так. Пока больше этих, которые умеют контролировать умы противогонтов, больше не появляются. Зато появляется вот этот вот какой-то хрен. И это мне очень не нравится. Почему закрылась? What the fuck? А? Я понял. Пушка, где моя? Тихо. А чё так ППСики, график без? Вау! Тихо. Есть. Все, открылась дверь? Я открылась, окей. Вот как раз по них заговорил, и вот они появились. Блин, я мог запутать. Отлично. Вижу. Щитом. Иди отсюда. На мечу камень упал. Блин, у меня походу камень упал. Капец! Как мне его сейчас завалить, если он под щитом? Должен быть способ. А ты-то уйди. А, у него просто грязь и все, и что-то будет. И можно просто к нему пробежать. Во! Отлично. Вс.
Все, красиво. Летим. Грядная пушка, давай. Делай свое дело. Так, а теперь? А теперь? Я хз, куда мне идти? Хотя... Бом. Бомбич. Класс. О! Окей. Ну хоть не сначала. Но тем не менее это было неожиданно и прикольно. Мне надо было зарядить, наверное. Ну ладно. О. Thank you. Thank you, thank you. Спасибо. Ой. Ой. Спасибо. Вот он, портал. Отлично, так. Так, здесь у нас, короче, стоит поле. Это поле надо как-то вырубить. Или типа того, вижу. Готов. О, спасибо. Красиво. Так, подойди, пожалуйста. Спасибо. Это мне нужно. Это мне нужно всегда. Пока я пойду с дробовиком, потому что мне привычнее, чем с аннигиляторной пушкой. Как только закончится патрон у дробовика, пойду с чем-нибудь другим. Ага, все. Ясно. Понято. Подожди. Где он? Без ты оттуда стреляешь. Готов. Подзаряди. Спасибо. Блин, здесь походу надо только с этой аннигиляторной пушкой бегать. Потому что здесь другого варианта я не вижу, серьезно. Здесь только с ней надо бегать. Потому что здесь никакой дробовик не поможет. Против такого врага, я понял. Опять обходной путь ищем. На этот раз вниз. Тихо. Не свались только. Только не свались, я прошу. Только не свались. Тихо. Так, куда? Вижу. Готов. Все, где поехали. Долетел. Красиво. Все, идем. Вместе с аннигилятором. Нет, лучше с дробовиком. С дробовиком мне легче. Так, окей. Вижу. Вижу, видел. Так. Так. Мизон, да? Вот. Что это мне даст? Водичка. Она кровоточит, нормально. Дошняга умеет кровоточить, а чё бы нет. А чё, прям в воздухе перезарядится, а чё бы нет. Так. Вижу. Подожди. Он где-то там. По-моему, где-то там. Я более чем уверен, где-то там. Так, щиты здесь есть. Есть щиты. Да, есть щиты, поэтому пока не надо. Пока нельзя. Идем. Давай. Нет? Не опустишь ворота? Я думал, опустит ворота. Ладно, окей. Пока не опускай. Неплохо. Спасибо. Так, все, сейчас здесь будет битва. Все, поехали. Ой! Блин, я случайно. А, ну сейчас, в принципе, как бы. Давай. Есть. Второй. Ну! Еще где-то щит. Где? Где? А в каком месте? Ага.
подожди. Вот, спас. Нормас. Все красиво. Так. Тебе нам нужно вырубить лазерное поле. Вы можете, нет? Помоги. Помогите кто-нибудь. Помоги. Сможешь, нет? Чего Джар-Джар? Джар-Джар Бинкс, твою мать. Что, опять мне придется самому что-то вырубать то поле? Куда опять придется вырубать самому это поле? Это куда? Это в то место, в котором мне нужно? Ну-ка. Походу, да. Ёб твою мать. О. Подожди. Опа. Так, и... Опа. Ни разу не задел лазер. Нормально. Красиво. Ага, а как это? А, ну вот. Давай, не спускай. Поднимай меня. Опа, тихо. Тихо. Фак. Тихо. Где? Хорошо. А что, не отключился? Он не отключился. Так, но при этом на ноль под воду я не могу. Так, а он не отключился. Или он отключился? А-а-а. Да ладно. Там близко надо было. Ну ладно. Все, окей, с одним мы разобрались. Там что-то было. Я видел, там что-то было. Так, окей, допустим, мы вернулись обратно. Так, окей, давай. Хорошо. Все отлично. Так, блин, уйди, а. Все, одну, получается, дверь мы закрыли. Теперь закрываем вторую, да, вот сюда. Полетели. Так, я так понимаю, это все. Да, вот это все. Опять FPS игра. Непонятно почему, да ладно. Все, идем. Такс. Блин. Ну, по традиции. Первый раз не долетаю, второй раз да. Могу. Поехали. Самое главное, чтобы не было этих лазеров. Вот хорошо, что мне подсоединили еще вот эти вот ботинки, которые снижают мою вероятность ушибиться при приземлении. Которые, кстати, были еще в этом. Они еще были в... Как зовут? В портале. Эти самые ботинки. Ух ты! Это был нежданчик. Фак! Ладно. Не страшно. Все, окей. Осталась всего одна пуля в револьвере. Зашибись. Как раз для тебя. Пуля как раз для тебя, а чё бы нет. Красота. Все, замечательно. Идем. Давайте. Отлично. Еще одна шняга ушла в минус. Ладно, поле почему-то все еще активно. Ну ладно. Это не беда. Так, теперь сейчас надо понять, как выбраться отсюда. Так, ну тем же путем не выберешься. Надо, получается, находить какой-то более оригинальный путь. Я так понимаю, да? Вот это что такое? С этим взаимодействовать нельзя.
но это уронить тоже нельзя. Я думал, это можно как-то его уронить, оказывается, нет, нельзя. Ну, можно было, в принципе, обстрелять все эти штуки, тогда что-нибудь появится, но это тоже бред. Может быть, вход, может быть, выход находится где-нибудь рядом здесь. Блин, он был рядом. Был все это время рядом. Я займу. Я пока подлечусь. Мне это нужно. Все, остался всего последний. Всего один последний остался. Поехали. Найс. И полетели. Красиво. Так, давай. Сразу же. Опа! Камни, 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 камни. Взял, кстати говоря. Фак. Блин, он сейчас меня износил этим камнем, я вам сейчас говорю. А, если быстро, все, спасибо. Так, окей. Щит пришлось пробить ради такого. Блин, а здесь с первого раза, неужели? Ёб твою мать. Вот сейчас будет жопа. Вот сейчас будет жопа, я более чем уверен. Так, а как тут отключается? Я могу это прострелить сквозь этот? Нет. А этой красной шняги, кстати, здесь нет. Ну, блин, вот это плохо сейчас. То, что меня сюда перекинуло. Стрелять сквозь щит он не может. Этот, кстати, тоже не убивается, хотя... Может быть, наверху, может было надо взять под определенным углом посмотреть. Блин, ну я, наверное, мне кажется, я, наверное, слишком рано прыгну. Либо можно вот туда гранат кинуть. Ладно, зачем я себя кину? А, вон дыра, вижу. Вот дырка. Все, окей, я и не заметил. Допустим, так, окей, давай. Выбираем подходящий тайминг плюсом. Рискуем. Ну, в один лазер попал. Ой. Так, ну я почти на месте, наверное, нет? Да. Можно, кстати, знаешь, как сделать? Да, не работает. Я думал, это сработает. Я надеялся. А в итоге получилось все иначе. Окей, поехали. Все, летим обратно. Найс. Вау! Оу, no! Я хотел подлечиться! Спасибо! Мне надо было подлечиться! Зашибись! Почему-то именно в этот момент не сработали мои ботинки. Я не понимаю, почему. Все, лечимся. И сейчас нам нужно повторить прыжок так, чтобы не было фейла. Погнали. Пробуем другой портал. Не портал, а пружину. Ой, зря. А, нет. Ладно, тихо. Все, прошли, значит, это испытание. Мне это радует. Так, здесь есть щит? Щита здесь нет, поэтому... Ой-ой, типа. Поехали. Я вместе с этими штуками. Чё? Чё? What the fuck? Так, меня что-то взяло в силовое поле. А так, в принципе, я мог бы выбраться на свободу, но нет. Не дают. Да, ну. Это то, о чем я думаю? Это то, о чем я думаю.
Это, я так понял, ядро. Или что-то похоже на нее. Наверное. Нет. Ну, раз тут ничего нету, летим. Подожди. Так, и что это мне дает? Я пока не понимаю, что это мне дает. Мне что, типа, нужно кристаллы разбить? Я пока не понимаю, что мне надо разбить. А. Так, допустим. Мне стекло разбить? Происходит, подожди. Ясно. Ясно, вижу. Так, здесь, короче, где-то кристалл должен быть. Еее, красиво. Найс. Найс, твою мать. Так. Так, теперь сейчас нужно мне это использовать как лифт. Давай, поехали. Юзаем как лифт. Надеюсь, меня ничего не раздавит в этот момент. Хотя, мало ли. Мало ли, вдруг, может, что-нибудь меня раздавит в этот момент. Ой, 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 хорошо. Хотя у меня здоровье и так полно-полно, но тем не менее. Вижу. Найс, говно. Отлично. Где еще? Сзади. Чипы, на самом деле, мне очень могут помочь. Но пока они не особо помогают. Они мне только вредят. Есть. Есть контакт. Есть контакт. И еще. Давай. Красиво. Ай, блин, я не могу попасть по нему. Почему? О. Пока они мне все, все равно по мне попадают. Эти хренососы по мне все равно попадают. Я офигею с этого. Давай. Хотя зачем восстанавливать, если у меня и так все нормально. Короче, эта пушка намного той, которая просто стреляет. Это хотя бы... У нее хотя бы урон мощнее. И вырубает хорошо. При этом блин, всего один участок, в котором мне восстановить здоровье. Всего один. Где еще? Я всех живой убил. О, давай. Лечи меня. Лечите. Давайте. Блин. Вы могли меня полностью вылечить. Так. Ага. Ясно, понятно. Готов. Один. Где второй? Вижу второй, подожди. Второй готов. Где этот сучоныш? Готов. Где этот сучоныш? Площадки. Мать. Да умри ты, господи. Меня как будто что-то притягивало в этот момент. Я не понял даже, что именно. Серьезно, меня как будто что-то притянуло в этот момент. Я серьезно не понял, что меня вот притянуло. Меня просто силой притянуло. А что именно, я не понял. Да господи! Где еще? А, все. Лишил всех щитов. Это капец какой-то. У меня уже 9 здоровья, я офигею. 9 здоровья у меня. И не работающие... реактивные ботинки. Офигеть. Почему нельзя лифту просто взять, блин, и остановиться, чтобы дать мне полностью восстановиться здоровье? Нет. Получается. Не юзается эта хрень. Не юзается ни разу. Я не могу в достаточном количестве восстановить свое здоровье, когда я еду на этом лифте.
Я не успел, ладно. Сколько в этой фигни этажей? Вы знаете, когда заходит. Да ё-моё. Да, блин, не добил его. Ну ладно. Хоть здоровье мне установи. Хотя бы так. Вижу. Вообще нет. Так, ладно. Двое аж. Я, короче, когда их касаюсь, они мне урона особо не наносят, это хорошо. Или наносят. Немного, немного курит еще. А где? А. Все окей. Где? Не умирай, Фриман, не умирай! Все. Нет, не все! Или все? По-моему, все. Да, по-моему, все. Этот лифт жесткий, ребят, честно слово. Правильно Куплинов в одной серии своих назвал. Все выше и выше. Реально все выше и выше. Мы поднимаемся на этом. Это реально можно назвать серию «Битва на лифте». Что-то полный пипец. Реально, почему лифт не может здесь вот просто взять, остановиться и спокойно мне дать восстановить здоровье? Потому что мое здоровье, оно... Каждая частичка моего здоровья на счету. Ну нет, блин. Надеюсь, кстати, этот лифт — это как раз-таки мой выход из этого завода. Опа. Ах вы скоты. А сразу это сделать вы не могли, я так понял, да? Хотел, хотел вообще разрушать. И что они сейчас мне сделают? Лифт разрушит и меня вниз отправят? Походу да. Ну блин. Вот. Я отсюда. Я то в них попадаю, то в них не попадаю. Я вообще не понимаю. Лучше он мощный, но толку от него капец. Все? Он последний. Ну ладно. Не считается. Последний не считается. Ладно, допустим. Последний он такой лифт не выдержит. 5 что ли? Или это боеприпасы? Нет, вроде. Да нет, вроде. Не боеприпасы. Блин, там лазеры. Ага. А, ну все, ладно. Вот вся битва на лифте, которая сейчас была, это вот прям конкретный мини-босс. Как конкретный мини-босс, даже я бы сказал. Обалдеть. О, тут даже вещи из нашего мира есть у них. Обратите внимание. Вон все у них валяется. Нормально, а чего бы нет. Вот эти вот ящички. Ученые вон. Гранаты. Телевизоры. Пиццы. В общем, все для изучения нашего мира. Для изучения нашего культа быта, я бы даже сказал. Завораживает это место, я бы даже сказал. Это как будто бы портал. Может быть, оно так и есть. Или, может быть, это карта Млечного Пути. А все эти белые точки, не что иное, как... Ох.
Святой источник, как Стивен Юниверс желает. Бесподобно. Просто бесподобно. Что-то я подозреваю, что сейчас оставшиеся враги — это вот эти вот летающие, которые могут телекинезом делать все это дело и так далее. Что-то мне вот прям вот это подсказывает. Надо выстрелить? Да, я думаю, нет. Короче, опять здесь что-то еще есть. Что-то, что будет работать, и там плюс еще это все окружено лазером. Лазерами. Здесь вот тоже есть какая-то шняга. Короче, пока просто смотрим, что это такое. Пока осматриваем, пока понимаем, что к чему. Так, лифт есть. Поехали. Окей, какой-то лифт нашли. Допустим. Здесь получается, нам нужно что-то вставить такое, так понял, да? Лифт. Портал, ой-ой-ой. Let's go! Я заметил, чувак, я заметил. Да ладно, неужели это финал? Неужели мы добрались раньше своего срока? Я офигею, если так оно и есть. Прикинь, да. Блин. Хочется, конечно, оставить на следующую серию, но, блин, я не хочу упускать такую возможность, правда. Это же офигенно будет. То есть, получается, мы можем эту игру пройти не за 14, а за целых 13 серий. Ну что ж, я готов. Поехали. Какой-то раз появилась катсцена с руками. А вот и я, мразь. Нихиланд. Нихиланд себе. Опа, он уже стреляет. Нормально. Он уже по мне стреляет. Так, сейчас бы еще понимать его, как убить. Нихиланд. Так. Здесь такая же классическая ситуация, как и с этим. Подожди. Там у него получается не стал, что ли? Надо его лишить щита. Надо сейчас его лишить щита. Сейчас надо только понять, как это сделать. Ну да. Это его эти. Это его щиты. Так, а здесь нету такой штуки, которая могла бы мне восстановить мои боеприпасы, я так понял, да? Это хреново, если здесь нет этой штуки. Я просто иначе по-другому не пройду. Потому что мне надо вот эти штуки. Вот это зеленое, это может мне восстановить? Нет. Нет, радиация. О, боеприпасы! Хорош. Хорош. Хорош, боеприпасы. Нормас. Давай, жарь. Хорош. Жарь, 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 жарь. Молодец. Красиво. Так. Да. Так, да, где-то еще попробуем вещи. Да, сзади. Я тебе покидаюсь. Жак, 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 жак. Отжай, блин. Фак. Так, подожди, остановись. Остановись. Давай. Фак. Даже когда я лечусь, он может в меня кидаться камнями. Thank you.
Ябой! Так. Блин, ты у него еще один щит, у него два щита аж целых. А, это чё? Пока я не кусал, что это? Пока моя не понимает, что это такое. Не понял. Подожди, не понял. Ах ты сука. Ах ты сука. Ты мразь. Ты мразёныш, нихуя себе. Ну-ка, ну-ка, тихо. 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 Подожди. Отлично. А что-то мне дало? А что-то мне ничего не дало? Это что сейчас сделал? А это я вот что-то могу щит пробить? А. Да, щит я могу его пробить, но толку пока что никакого нет. Тем не менее, давай бить. Причем надо бить немного другим оружием. Больше часа идет по себе, ребят, я знаю, но тем не менее оно того стоит. Ну-ка, если я спрячусь за этим, он меня не достанет. Не должен. Тебя должен. Да, короче, лишить его этой оболочки. Без этой оболочки он бог. Надо просто лишить сейчас его оболочки. Его пока цепить не попасть. Рад. Сейчас меня может попасть этими камнями. Быстро палит этот пас. Ну да, без, надо его решить сначала этой оболочки, потому что с этой оболочкой он более имбовый, чем без нее. Давай. Так, ладно. Наплюй. Есть пробитие. Мол, все. Нет, ну все, остался один еще. Готов к орбите. Поехали. Нет, он еще. Окей. Еще два внизу. Фак. Фак. Найс. Так, асбуль перелечил. Подожди, я пока не понимаю, что надо. Подожди. Погоди, 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 погоди. А моя не буду убить. Может, надо просто стрелять и все. Может быть, надо в него просто стрелять и все. Ага, вижу. Все окей. Оболочки лишили. Так, теперь. Так, ясно. Надо убрать с него эти кристаллы. Надо убрать с него эти кристаллы каким-то образом. Пока непонятно, как заменить. То есть сейчас нужно просто дождаться, когда он начнет питаться с помощью этих кристаллов. Тогда его можно будет бить. Я более чем в этом уверен. А, нет. Рано. Или можно? Нет, нельзя, по-моему. Кристаллы должны в любой момент появиться. Сейчас просто, наверное, уворачиваемся. Пока я его не знаю, бесполезно или нет. Я не понимаю. Я пока не понимаю, подожди. Ага. Да, все-таки надо было подождать. Надо просто сейчас подождать. А ну ладно. Бегом вокруг него.
Когда появятся эти кристаллы. Они еще не появляются. Осталось еще, по-моему, два кристалла. Удачное укрытие, окей. Нашел более-менее удачное укрытие. И может надо в нему какой-то урон все наносить? Или нет? Может надо в нему какой-то урон наносить? Да, да, по-моему, надо было в нему наносить урон. Или нет? Я же не понимаю пока. Да, походу, надо было урон на него какой-то наносить. Так, допустим, третий кристалл ушел в минус. У меня, кстати, глаза есть. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что делаешь? Ты что делаешь, Красик? Ой. Офигеть. Тихо. Вообще тихо. Спокойно. Опять щит. Опять щит. Опять у него появился щит. Ладно. Тут, мне кажется, все очевидно, что это концовка. Что это уже финал, но, блин. Блин, он мне переградил путь в этот капец. Эй, нет, это бесполезно. Я хз. Я испугался, думал, нет. Чё это? Хорош! Лепесточек раскрылся. Ни хрена! А как мне в это попасть? Подожди! Обратно в Z. Я могу ходить? Да, ходить я могу, окей. Бум, бейби! Гордон Фриман во плоти. Or rather, или точнее, в защитном костюме. Я позволил себе освободить вас от оружия. Его основная часть принадлежит государству. Что касается костюма, я думаю, вы его заслужили. Спасибо. Пограничный мир Зен находится под нашим контролем. На данный момент, благодаря вам, работа была не из легких, но вы справились. I am impressed.
Поэтому я здесь, мистер Фримен. Я порекомендовал ваши услуги моим работодателям. И они дали мне право предложить вам работу. Мы пришли к сожалению, что у вас безграничный потенциал. Ясно. Вы проявили себя в качестве решительного человека. Поэтому я не ожидаю, что вам будет тяжело сделать выбор. Так, вот насчет выбора здесь надо кое-что сделать. Предлагаю. Потому что, говорят, в игре есть две концовки, поэтому давайте мы сделаем сейчас вот так. Если вам интересно мое предложение, просто зайдите в портал, и я сочту это за утвердительный ответ. В противном случае, могу предложить вам битву без шансов на победу. Довольно печально, конечно, если ты пережил вами события. Значит, я могу время выбирать. Так, ну давайте сначала попробуем концовку с порталом. Limitless Potential. Мудрый выбор, мистер Фримен. До скорой встречи. Субъект Фримен. Статус нанят. Ожидает назначения. А, ну то есть получается, мы попали что ли в какой-то этот временную петлю? Типа сейчас будет все то же самое повторяться, я так понял? Ну я думаю, да. Так, окей, это одна из концовок. Теперь давайте мы сейчас... Так, подожди, а как мне зайти? Загрузить, вот. Вот отсюда. Сейчас вот давайте посмотрим. И все поймем. Может, вдруг у меня получится... Может быть, вдруг у меня получится выиграть эту битву. А пошел-ка ты нахер. А как? В смысле, я могу не заходить в портал, что ли? It's time to choose. Так, получается, мне нужно не заходить в портал тогда, окей. Или что? Well, it looks like we да, надо не заходить в портал, окей. Together. Ну, no да. Regrets. Никаких сожалений, мистер Фримен. Rather be anti-climax. Окей. А что это за битва? Может, я ее выиграю? А, меня отправляют в черную дыру. На себе. Субъект Фримен, статус наблюдения прекращено, причина субъект отклонил предложение работы. Так, ну короче, понятно, то есть оказывается, вот эта вот концовка с порталом, она является, получается, каноничной, поскольку она более чем связана с Half-Life 2. Ну и, собственно, давайте подводить итоги. Что я могу, собственно, сказать по этой игре? Она первоначально, до мира Zen, кажется очень клёвой. Я сразу говорю, что не буду сравнивать это с оригиналом, поскольку я в него не играл, но это выглядит клёво до мира Zen. Теперь я начинаю реально понимать, почему разработчики, когда делали ремейк Half-Life первого под названием Black Mesa, почему они сделали этот ремейк до мира Zen, потому что мир Zen, как бы он красив не был, какие бы враги там ни были, он скучен. То есть, мне он понравился чисто вот с точки зрения вот этих вот красивых мест, с точки зрения джунглей, вот это вот все. Но в целом, мне мир Zen, ну, наскучил. Особенно в том плане, что вот в плане самой, давайте в плане теперь самой игры, то что... Эта игра, она понравится далеко не всем, когда прошел вторую часть Half-Life. А именно вот эти вот все эпизоды. То есть сам Half-Life, первый эпизод и второй эпизод. Где были больше гораздо NPC-шных персонажей и очень клевых
типа вот Илая, там этого, как его зовут, этот вот напарника, вот этот, который сначала нам представился в форме комбайна. Я его не помню, как зовут. Алекс, в конце концов. А здесь интересных персонажей как таковых нет. Ила... Так, сейчас, погоди. Илай? Он... Ну, хотя, ладно, подожди. Сейчас, секунду. Так вот, продолжим давайте. Но уже на этот раз без титров, без всяческих, потому что я более чем уверен, что нету здесь... сцена после титров, которая бы намекала нам на ремейк, на ремастер Half-Life 2, хотя он вообще-то не нуждается в ремейке, потому что как бы Half-Life, он оригинален и будет оригинален всегда. В общем, Илай, он здесь появляется всего в одной сцене, и то как камео, и он исчезает на всю оставшуюся игру. То есть, серьезно, вторая часть была в разы интереснее, чем Black Mesa. Особенно в это не хочется играть, зная, что будет дальше. Вот эта вот вся война с комбайном, потом они как-то объединятся с вот этими пришельцами, появятся новые технологии, новое оружие и так далее. В общем, эта игра, она чисто не для всех. То есть она далеко не всем понравится, Black Mesa, только чисто ярким фанатам Half-Life, среди которых не я, но тем не менее... Можно полноценно считать, что я полностью прошел Black Mesa вместе с Миром Zen. И я когда-то давно еще проходил Half-Life. То есть, получается, я практически полностью прошел Half-Life. Буду ли я перепроходить вторую часть, не знаю. Но, наверное, скорее всего, в этом году не буду проходить, потому что не хочу. Пока не хочу. Но я не ожидал, что я сегодня пройду Black Mesa. И меня это очень радует. Хоть и пришлось потратить целый час... Но мне это не впервые делать, потому что я до этого еще куча где так делал с финалом. Например, в Halo, например, в Wolfenstein. Но оно того стоило. Игра понравилась мне до Mirror's Zen. После Mirror's Zen игра, она совершенно другой ощущалась. В общем, как говорится, игра не для всех. Вот такая вот Black Mesa. На этом и все.